зеленый сад, вон можете в ту сторону посмотреть, лесопосад, площадью 2000 гектар. Зеленый сад — это уже научно-исследовательское имени Маркова. В 1924 году у нас есть мировой промышленник, который решил раньше там находился научный поселок, научная группа. Сада покрашивали, его исследовали. Но сначала перестройки, сада было построено. Проектирование заповедника его включили. С 1983 года зеленый сад является памятником природы. Заповедник также был таким памятником, поющий сад. Площадь озера 106 квадратных километров. В древнейшие времена соль на озере добывали древние народы татары, скифы, татары, половцы. Но сначала, с 1556 года, после присоединения Астрахани к российскому государству, озеро разрабатывали. Русские поселения часто встречались на берегу наших народов и грабили. Грабили, убивали русские и татарские поселения. Сами же для добычи соли они использовали труд людей, взятых в плен. После смерти ихнего хана Курлюка новый хан принимает подданство России. Калмыки были оттеснены далеко с этих пределов. С 1797 года было решено установить защитные наблюдательные вышки. Чтобы куда не целились-то? Эти калмыки ушли? Калмыки где-то в 1730-х годах, постепенно, не да. Ну, калмыки, не согласившись с решением Маугана, пришли от этого запада. Ну, почему народы жестоки, были убиты? 1747 года решили построить наблюдательные вышки вокруг озера, чтобы оградить поселение от дальнейших набегов. К озеру приставили 50 солдат, 40 казаков, две артиллерийские пушки со снарядами. Thank you.
Раньше соль добывали ручным методом, ломами, лопатами. Людей, добывающих соль, называли чумаками. Они погибали, пропали соль. Лопатами не были. То есть, в конце концов, до берегов Волги, до пристани Владимир Первомай. Видно ничего отсюда. Ну и что там в бункере-то оказывается, когда что сгружают уже в вагон? Соль загружают. Здесь дорога была построена в 1882 году. Подземные соляные купола, гора Большой Подножи, соляный купол, их достаточно много, 20 штук. Они вымывают эту соль и приносят в озеро. Под таким жарким климатом вода испаряется, а соль растворяет место. Вымывают соль меньше, чем 15-8 тысяч тонн в год. Соли по запасам бывают где-то на 2 тысячи лет. Означает собачья голова. В одной из легенд, когда утро полностью высокое и такое еще закатистая. Лошадь смогла писать это того, а собака не смогла, она вся была изменена. Вскоре дождевые воды стали наполнять воду. Так как соленая вода она удерживает, она имеет большую плотность, голова регулярно. Thank you.
Верцмания слегка колючая, Василёк такие. Вообще сюда надо приезжать где-то в конце апреля, начало мая. Гора красивая, вся цветет в тюрьму. Этих ящиков для лесных, две красные России и Афганистана. Также есть животные здесь лисы, волки, зайцы, то есть такие повседневные животные. А где прячутся? Вот так же просто проходит по степи, да?